Пусенька, что мы делаем? Солнечные ванны принимаем, да? Ты тут на солнышке устроился, да, пока мама делала зарядку, кое-кто дрыхнул. Ну, маленький. Кизи, мама, у меня тут процедуры солнечные, да? Да, хороший мальчик. Ай, хороший мальчик. Хороший мальчик, умничка моя. Все, скажи, мама, ты меня побеспокоила. У меня уже нет настроения. Мне уже хочется то, что нельзя. Всем привет! Наливаю шампанское, детское шампанское, безалкогольное, красный виноград. Вот наливаю при всех, чтобы потом не говорили, что я что-то не то пью. Вот. Показываю цвет. Цвет будет неизменный такой же. То есть это не вино. Приходится спасать индейку собаки. Немного прожарила и притрусила специями этими. Но пахнет вкусно. Все-таки спасла. Я вам говорила, что пока я ходила в магазине, индейка скисла на плите. И муж не догадался поставить в холодильник. Пришла с магазина, здесь был полный завал на кухне. И варю собаке рис. Он у меня голодный, пришли с прогулки. Пришли, сейчас немножко поболтаем, а я жду мастера. Ни покоя, ни отдыха, честно говоря. То одно, то другое. Так, ест сухой корм. И в надежде на маму оглядывается. А я хочу немножко его проучить, чтобы тоже ел сухой корм. Все-таки этот корм сбалансированный. Потому что вот так его кормить натуральной едой, это, конечно, очень тяжело. Кушай, кушай. А вдруг придется мне, например, куда-то поехать. Я ж не могу тоже быть привязана. Как муж сказал, ты что, меня бросишь и собаку? Вот, пожалуйста, собака спокойно может обойтись сухим кормом, только бы не забывал воду менять. Да, Бусянька? Видите, что Бусик творит? Это мои вчерашние покупочки, и он залазит в эти кульки. Я не успела все это разобрать, и он мне все это рвет. Буся, отвали. Эти кульки все, знаете, они слабые, рвутся. Отойди, сказала. Вот, в любом случае, мне все это нужно перебирать и ложить в стирку. Вот. А что я купила вчера, потом покажу. Вот только сверху. Это кухонное полотенечко, видите, с кроликом и с уточками. Да отойди же ты. Кролик, вот, видите, какая прелесть. Тюльпанчики мои любимые, бабочки, уточки. У меня как раз есть желтенькие всякие салфеточки и шторка. И здесь лимончики. Так, дальше покажу, что я купила, когда буду уже класть в стирку. Здесь тапочки. Вот. Без Буси не обойдется. Здесь купила вешалки. Набор. И нам еще из магазина, они вообще запрещают из магазина выносить вешалки, а нам разрешили забрать эти вешалки, потому что была дорогая покупка на 400, посмотрите, что он творит. Ну-ка, брысь. На 440 долларов. Отойди. Нет. Вот это все нужно мне перебрать будет. Потому что Буська мне тут все это может попортить. Я тебе сейчас дам. Перебрать и постирать. Оно грязное, потому что некоторые вещи, знаете, они в магазине прямо на пол падают. А пол там тоже нечистый. Так что все это нужно перебирать и стирать. И вот покажу. Обувь стоит тоже новая. Тоже тапочки я купила. Я люблю такие открытые тапочки. Они как раз демисезонные, не очень жаркие. Вот эти на мне зимние. Видите, полностью закрытые. Так, кроссовки. Ну, кроссовки можно было не покупать. Просто такие они легкие.
чтобы гулять с Бусиком. Но у меня кроссовки есть, слава богу. Просто у меня другие, мне жалко носить. А эти такие за 20 долларов. Их не жалко будет стаскать. Ну и не могла удержаться. Вот Дикин Вайн, моя любимая фирма. Вот такие вот боты. Это резинка здесь. И знаете, эту обувь я тоже буду мыть. Хотя бы замочу и высушу. Потому что там была чужая нога, а я брезгую. Здесь даже некоторые складочки есть. Вот здесь вот. Просто эти ботинки мерили. Я все равно их сполосну, потому что мне будет неприятно все это одевать. Ну что, дорогие мои друзья, немножко темновато, конечно. Может быть, я здесь еще свет добавлю. Жду мастера. Помните, я говорила, что нам пришел огромный счет за электроэнергию. Муж нашел мастера. Он из Украины. Его зовут Мекета. И он должен был прийти в 5 часов. Как будто бы у нас может быть нерабочий хит. То есть там закончилась какая-то жидкость. То ли фреон, то ли еще что-то. Я в этом ничего не понимаю. И вот он должен был прийти в 5 часов, но, похоже, он о нас забыл. И я ему перезвонила, то есть он приедет через час. Теперь уже через полчаса, потому что... Кто-то мне звонит, что ли? Потому что... Да, дочка мне написала, доченька. Надо будет перезвонить. Что я говорила? Потому что уже успела стирку поставить и накормить собаку и убрать на кухне. Вот, показываю себя. У нас сегодня очень тепло. Хочу с вами немножко поболтать. Я не выспалась, встала в 7 утра. Такой день у меня был сумбурный. Но потом я его все-таки переосмыслила. Сейчас пойдем на задний дворик, пока я жду у мастера. Если он разрешит, то я его поснимаю. Или хотя бы со спины. Знаете, жду мастера. И мне так смешно стало. У меня вообще на мастеров аллергия. Еще с Украины, знаете, когда приходят слесари из ЖЭК и начинают ходить в грязных сапогах по всем твоим паркетам и коврам. И меня это страшно бесило. И потом я становилась на колени и вот так вот все руками мыла, зачищала, да. И здесь вот тоже у нас была куча ремонтов. И вчера у меня такой был сложный день. И паспорт мы сдавали, тоже волновались. 2 дня подряд ездили. Потом один магазин, потом другой магазин. Потом я готовила ужин. Потом, нет, сначала я зашла на кухню и пришла в ужас, пока я была в магазине. Там у меня все закисло. Муж не догадался в холодильник все это поставить. И оправдался тем, что я ему не сказала. Вот, а я вчера пошерстила в магазине, думаю, сделаю себе подарок, потому что постоянные какие-то стрессы, знаете, то война, то вот землетрясение, сильно, честно говоря, перенервничала, мне настолько жалко этих людей, даже сегодня я смотрела, как этих деток достают из-под завалов, меня это сильно впечатлило, я прямо плакала, знаете, слава богу, что кого-то удается еще спасать. И сегодня опять, значит, у меня вот такой день какой-то неспокойный. Знаете, я встала в 7 утра. Встала в 7 утра, плохо спала опять. Потому что нет возможности просто расслабить мозги. Ну, бывают такие периоды, и уже хочется, знаете, своими делами заняться. Ну, вот опять ремонт очередной. И мастер задерживается, только что перезвонил, и мне так стало смешно, потому что, знаете, этот мастер из Украины, и американцы себе такого не позволяют, в принципе, ну вот, как правило, да. То есть они приезжают вовремя, еще за полчаса звонят, что вот мы уже к вам приезжаем, или вы дома, и потом уже здесь на стоянке, со стоянки они, значит, звонят и говорят, мы уже на стоянке, открывайте дверь. В общем, все это, знаете, как спланировано и удобно. Ну, а этот вот мастер, которого мы вызвали, он из Украины, он сам признался честно, говорит, я не совсем организованный. Я говорю, ну, давайте, может, на завтра перенесем нашу встречу, потому что вот хит стоит на улице. Но он говорит, что ему лучше сегодня все сделать.
Просто ему еще нужно куда-то там заехать. В общем, я еще сижу, жду. Но, знаете, как хотела попсиховать немножко по этому поводу, да, потому что он сначала на час отложил, потом перезвонил, еще на час перезвонил, отложил, да, нашу встречу. Говорю, ну вот у нас здесь свет горит, и у него есть фонарик, чтобы, ну, как бы он посмотрел, что с нашим хитом. Нагреватель, да, кондиционер. Здесь такая система в домах в США. Я хотела попсиховать немножко, а потом себя успокоила, знаете, и решила записать это видео, в конце концов. Поговорила с дочкой, поговорила с сыном, знаете, во всем есть свои плюсы и минусы. И, как я уже сказала, сегодня проснулась в 7 утра, и вся такая задерганная была. Думаю, ну все, вот в 7 утра проснулась, рано, это для меня подвиг, я сова, плохо сплю. Но у меня утро не получилось. Мой муж меня буквально задергал. Света, одень собаку. Света, иди сюда, посмотри. Света, там еще что-то. Света, вот придет мастер. Света, дай мне это, дай мне другое. Закипяти мне воду на чай. Я уже не выдержала и говорю, знаешь что, дорогой, может тебе сальто сделать прям с утра? Я еще кофе не пила. Он рассмеялся и говорит, а зачем ты утром встала? Вот, такой был день у нас. Вернее, такое было утро. И в обед муж опять приехал. Я начала собираться на улицу с Бусиком гулять. Ну, где-то он позвонил часов 12, наверное, в час. Мой муж. Я один глаз накрасила. Он говорит, подогрей мне борщ. Я опять срываюсь, подогрела ему борщ. Потом он, когда вошел в дверь, говорит, у меня беда. Я говорю, какая беда у тебя? Я его просила это слово не произносить. Он говорит, карман оторвался. Значит, у него, я ему подарила вот такой вот свитшот. И там такие карманы, знаете, деликатные и отделаны белым дермантином, белым кожзамом, кожзаменителем, да? Очень красиво. Я его предупреждала, что такие вещи нужно стирать в холодной стирке. Естественно, он свои вещи ставил, запихивал все это, крутил на горячей стирке. И вот здесь вот прошитый замок, да? С этим кожзамом все вот так вот выдралось. Я говорю, Вова, но это не беда, не говори это слово, говорю, ну нельзя это, понимаете, нельзя это произносить, это не беда, это неприятность. Но вот он сейчас приедет, я его выругаю, потому что, ну, новая вещь, он ее испортил. А потом еще что-то, значит, ну, в общем, и в обед меня задергал, и утром задергал. Говорю, подвези меня, мне нужно купить для маникюра. Есть магазин CVS. И он начал меня, значит, расспрашивать, а что тебе купить нужно для маникюра? Ты покупала, я говорю, Вова, может, ты мне маникюр будешь делать? И будешь все это контролировать? Ну, говорю, это ж такое мужское занятие. И, в общем, он на этом успокоился, я пошла гулять с собакой. Ну, уже вся была такая, знаете, заведенная. И опять же, вот этот мастер, муж работает, и, естественно, мастер на мне. То есть я должна его встретить, с ним поговорить, человеку уделить время. И, конечно же, знаете, как бы хочется своими делами уже заняться, сесть за тот же английский, может быть, даже работу поискать. Ну и на кого я все это брошу? Мне пришлось и, значит, еще и вчерашнее убирать на кухне, 2 часа я простояла. И индейку я промыла и прожарила. В общем, какой-то ужас один день. А потом вышла с Бусиком гулять на улицу, знаете. Идет одна женщина. Я даже не знаю, как ее зовут. Она всегда останавливается, со мной разговаривает. Ты, говорит, худенькая, потому что каждый день гуляешь с собакой. А мой английский тупит. То есть я знаю, что значит слово skinny, то есть стройное, да? Но я не сразу вспоминаю, не сразу соображаю. Я говорю yes, yes. И потом, когда я уже от нее отошла, я себя начинаю контролировать, какого уровня мой английский, или он становится лучше. И я все-таки понимаю, но с запозданием. Но все равно горжусь собой, что я могу немножко с человеком поболтать.
И мы с ней договорились, что сегодня очень хороший день, что хорошая погода, было солнечно. Видите, я сижу в этой блузке, но уже как бы под вечер немножко прохладнее. Не блузка, а в кофте в этой. А потом, значит, приехал большой автобус, и тоже это было весело. Буська посмотрел на этот автобус, из автобуса вышел большой мужчина. Мой Бусик шарахнулся, этот мужчина начал с ним заигрывать, играться. Мы тоже с ним немножко поговорили, и тоже третий раз останавливает нас женщина, выходит из офисного центра. И она была так вдалеке, смотрю, ко мне обращается, у меня наушник, я английский слушаю, но я глазами вижу, что она что-то мне говорит. Вынимаю наушник, и она опять к Бусику. И я хотела бы это все поснимать, знаете, но поскольку была с утра уже заведена и не выспалась, и раздражена, и тем, что опять у нас ремонт, и тем, что меня муж задергал, знаете, так. Вот, и то, что я свои дела не успеваю сделать, и опять же, и по кухне много работы, ну, в общем, всякое много работы, и Бусик опять нужно купать, не знаю, за что хвататься, дом нужно вымыть, муж у меня любитель побегать обутым, и тоже, как ребенок, говорю, я купила вчера ему новые ботинки, ты, говорю, одел новые ботинки, нет, а у него старые ботинки буквально вот так вот, знаете, рот раскрыли, подошва отошла. И вот все нужно следить. И знаете, я возвращалась домой, и потом вспомнила опять, вот как в Турции людей спасают, как они мужественно себя ведут, эти люди, знаете. Двое суток прошло, и люди пытаются выжить без еды, без воды, под этими завалами. И вот как родственники, знаете, тоже под открытым небом, не везде приехали еще спасатели, как они греются и стараются поддерживать друг друга, знаете. И мне стало так стыдно за себя, что я раздражаюсь по всяким мелочам. Но вот вчера тоже я пообщалась с одним человеком, он тоже сидит в депрессии, какие-то неприятности. Я тоже вспомнила за Турцию, говорю, вот ты знаешь, что там произошло? На что мне этот человек ответил, что ему сейчас, у него сейчас не лучшие времена, и он хотел бы подумать о себе. Вот. И, к сожалению, знаете, вот такие вот, я бы сказала, мужественные поступки людей, да, или возьмем тех же инвалидов, которые, возможно, на войне потеряли руку или ногу. И как люди стараются держаться за эту жизнь, знаете, насколько они сильные духом, физически. Меня это вдохновляет. Но вот, к сожалению, не всех это вдохновляет. Может быть, потом тоже это дойдет со временем до этого человека, с которым я поговорила, неважно, мужчина или женщина, кто это. Но вот сегодня мне стало за себя реально стыдно, потому что я была раздражена по мелочам. Вот. А в это же время люди... Я сейчас сижу, знаете, у меня аж мурашки по коже, потому что чуть-чуть похолодало, и я вам рассказываю тоже, знаете, в таком... Ну, я не могу говорить об этом спокойно, потому что произошла ужасная беда. Вот. И в Украине война, люди гибнут. И произошло стихийное бедствие, да, люди гибнут, страдают. Вот, и я сижу, мне немножко прохладно, и это уже неприятно, понимаете? Напишите, что вы думаете по этому поводу. Бывают ли у вас такие состояния, когда вы подумаете о ком-то другом, кто находится в худшем состоянии, в худшем положении, и вам становится за себя просто стыдно.
Я думаю, что нужно свои эмоции все-таки контролировать и благодарить за то, что мы имеем. За то, что мы имеем крышу над головой, за то, что мы здоровы. Я, собственно, делаю это каждый день, каждое утро. Но поскольку сегодня вот я сама себя фактически завела, и муж мне добавил, знаете, газу, и плохо спала, и уставшая, честно говоря, эмоционально, и все эти бумаги, все эти переживания за гражданство, за паспорт, за все, знаете, все это на кучу. Вот. За Украину переживаю, опять же. И поэтому, да, я сегодня так, знаете, некомфортно себя чувствовала, пока вот не переговорила с американцами, у которых наверняка тоже есть какие-то свои проблемы, и домашние, может быть, финансовые, знаете. И они все равно улыбаются, останавливаются. И я вспомнила о людях, которые потерпели вот это вот бедствие стихийное. Поэтому я желаю вам тоже не психовать по мелочам, а быть благодарным, еще раз повторюсь, быть благодарным за то, что есть хлеб на столе, крыша над головой, что все здоровы, я надеюсь, а что у нас есть силы, возможности радоваться всяким мелочам, которые нас окружают. А всякие мелочи такие, знаете, бытовые, они уйдут на задний план. Step by step. Все решается постепенно, не спеша, если мы будем прилагать усилия, если мы будем терпеливы и уважительны не только к себе, но и к другим людям. Такой вот получился монолог. Пишите, что думаете. Мне всегда интересно читать ваше мнение. Только последние 2 дня я была очень занята. И даже не прочитала никого. Даже, видите, там нет сердечек, что я вас прочитала. Никому не отвечала. И сегодня также я подумала, ой, наверное, там хейтеры понабежали. И потом я себе сказала, да плевать, знаете. То есть, если люди умеют ненавидеть и хотят ненавидеть, это не моя проблема, это их проблема. Вот. На этом я хочу закончить свое видео. Буду ждать мастера. Надеюсь, что он все-таки ко мне доедет. Вам добра, мира. Так, ребята, привет. Сижу как лохудри, устала, ужасно устала. В общем, хочу закончить это видео, знаете, уже в домашнем, не переодевалась, потому что я здесь бегала, и мы с мастером договорились, что он мне перезвонит за 20 минут, как только будет ехать. Полиция поехала. И он мне звонил, а я в это время пылесосила. Знаете, я не могу вот так вот сидеть и ждать. У меня дома куча работы всегда. Тем более, что Буська, пока мы были заняты всеми этими документами, Буська тут понатряс шерстью. И я думаю, придет человек чужой. Надо как-то немножко эту шерсть подсобрать. И, короче, я включила этот самый пылесос, он звонил, я не услышала, смотрю, кто там в двери стучит. А я как раз знаю, что он должен был приехать в 7:30, собиралась проверить телефон, выключила пылесос и собиралась ему перезвонить. И смотрю, в двери кто-то стучит, смотрю, мастер на пороге. Думаю, что же он так долго собирался, я уже, знаете, всякие дурные мысли, думаю, может, это какой-то вообще маньяк, мужа дома нет. Вот еще сейчас мужа дома нет, он доезжает. Кстати, интересно, заехал, говорит, в Вирджинию. И какую-то там женщину завез к себе домой. И она его предупредила. Здесь у нас нет связи, сотовой связи, представляете? И она ему сказала, проедь 2 поворота и на следующем заверни. Тогда связь появится. И вот когда эта связь появилась,
Мой муж мне перезвонил и спросил, был ли мастер, и я ему все это рассказала. И сейчас вам расскажу. Ну, факт тот, что он ехал, знаете, вокруг лес, говорит, какие-то фермы, кони. И я вообще не знаю, где я нахожусь. Вот такая вот Америка бывает, что даже нет сотовой связи. Видимо, у них там нет интернета, что ли, я не пойму. Телевизора нет, да? Вот он тоже, как бы, знаете, был такой в растерянности. Но для чего я включила это видео? То есть не смотрите на мой внешний вид, я домохозяйка, у меня тут куча работы. Успеваю, подхватывая, как говорится. Пришел этот мастер, да? Напомню, кто меня видит впервые, у нас пришел огромный счет за электроэнергию. Я без бумажки работаю, поэтому извините, если я буду как-то так, знаете, сбиваться. И мы думали, что в эту систему, в наш хит, нужно что-то добавить. То ли фреон, то ли антифреон, какую-то жидкость, не знаю. В общем, этот мастер, он из Украины. Я с ним сначала начала говорить по-украински. Потом слышу, он так корявенько говорит. Спрашиваю, может с вами по-русски общаться, как бы мне нет разницы. Он говорит, я вообще-то из СССР. Ну, я все поняла, говорю, давайте по-русски. То есть для меня это не принципиально. Вот. И он сказал, что у нас самая лучшая система. Таких он видел только несколько. Вот такие, какие у нас стоят. Мы поменяли эту систему 3 года назад. Заплатили бешеные деньги. $15 000. И, разумеется, все это было в кредит. Последний кредит я помогла мужу выплатить, когда уже оставалась остаточная сумма, по-моему, около $2000. Я мужу помогла уже все это закрыть. И он сказал, что, возможно, был сбой, когда были сильные морозы, и поэтому пришел такой большой счет. И он побоялся туда лезть, то есть он тут все посмотрел, там в середине посмотрел, там тоже стоит у нас система. И несколько раз повторил, что у нас самая совершенная, вот, ну, как бы, последние модификации, вот эта вот система обогрева нашего дома. И говорит, мне лучше не навредить. То есть он бы мог сделать вид, что он что-то делает, да, чтобы деньги заработать. Но человек оказался порядочный. Он говорит, давайте подождем, понаблюдаем. И мы как бы на связи, и потом вы меня пригласите. Здесь нужно просто внешнюю панель на нашем, как бы, хите почистить. Ну и понаблюдаем, и потом делать будем какие-то выводы. Вот, и поэтому, ну, мы заплатили только, я заплатила за визит $75 за то, что он здесь все посмотрел. Но он мне вот что рассказал, собственно. Что самое интересное и к чему я веду, мы с ним немножко разговорились, конечно, и ему, и мне было интересно, кто мы, откуда мы. А муж, когда с ним разговаривал, то сообщил, что я тоже из Украины. Поэтому я, собственно, начала с этим мастером разговаривать на украинском языке. И он старался эту беседу поддерживать, но я поняла, что как бы лучше на русском. Оказывается, он здесь 10 лет уже в США. Он также 2 раза женат, ну как, не первый раз, так сказать. И когда мы поговорили как бы о наших неполадках, как у нас работает хит, кондиционер, он меня спросил сам, нравится ли мне в США. Я ему ответила, что пока что я не знаю, потому что это зависит от многих факторов. Вот только сейчас я сделала документы на гражданство. То есть это были непростые годы испытаний, что касается меня, и работы на клининге, и замужество, и потом все эти проблемы с документами у меня возникали. Бусинка, подожди, зайка. Подождите, я ему игрушку кину. Давай.
Он просто очень хочет играться. Салфетка. А мама все время занята. Последние дни. А, вот. И как бы, знаете, нравится в США, не нравится. То есть это очень многослойный вопрос. Во-первых, как, в каком статусе ты находишься, какие у тебя документы, насколько хорошо ты знаешь английский язык, каково твое образование, где ты работаешь, либо если ты не работаешь, как тебя содержит муж, допустим, если ты замужем. То есть это зависит от многих факторов, как оказалось, этому мужчине в США не нравится. По прошествии 10 лет он так и не привык здесь жить. Говорит, я все время работаю, и конца этому нет. То есть он говорит, что могу сорваться среди ночи, если мне позвонят, поправляйте меня. А что у кого-то течет кран, я не задумываюсь, срываюсь и еду. А я сказала, что тоже у меня как бы непростые были времена. У меня два образования. Этот мужчина сказал, что у него три образования. Кстати, имя вымышленное, чтобы вы понимали, потому что мужчина общаться не захотел. Я ему предложила записать его разговор, то есть наш разговор, и лицо его не показывать, например, направить камеру на ботинки. Он говорит, зачем? Я говорю, ну, я веду соцсети, людям будет интересно это. И он сделал вид, что он не понимает, и что говорит потом с этим видео делать. Ну, естественно, это видео, если я его спрашиваю его разрешение на наше общение без лица, естественно, это видео пойдет в соцсети. Он сказал, что он пока еще не готов, мол, может наговорить чего-нибудь, но окей. Поэтому я рассказываю его собственную историю, поскольку не называю ни имени, ни контактов, не даю ничего. Я думаю, что вам будет это интересно, и я имею на это право. Еще раз повторюсь, имя вымышленное. Вот, и этот мужчина также спросил, насколько мы хорошо справляемся. Я ему объяснила, что я тоже работала. Сейчас я домохозяйка, поскольку я занимаюсь домом, огородом, стригу своих мужиков, мы ничего лишнего не тратим, магазины на мне, мы не ходим в рестораны, готовка на мне, все на мне. Но этот мужчина сказал, что вот он, например, не справляется. Он спросил, как у нас дела, я сказала, что у нас дела были нормально. А что мы даже, ну, как бы вот сейчас я рассуждаю, мы ездили в отпуск, пока не начался вот этот вот всемирный кризис, да. Сначала ковид, потом война, цены в США поднялись тоже, инфляция, ну, в общем, всемирные проблемы. Вот. Он сказал, что у него три образования, и его жена тоже работает. И когда он сюда приехал, он даже не имел, не знал, вернее, как держать гаечный ключ в руках. И он всему этому учился. И сейчас он получил лицензию, чтобы, допустим, обслуживать вот такие вот аппараты, как подогрев дома. И говорит, очень просто можно этой лицензии лишиться, потому что разные бывают клиенты. Кому-то что-то сделал не так, и пойдут жалобы, в общем, можно все потерять. Несмотря на то, что он долго к этому шел, то есть и английский, естественно, изучал, и экзамены сдавал, и ходил на какие-то курсы. Вот. И жена его тоже работает, тоже она какие-то курсы посещала. А сейчас она работает в страховой компании, обслуживает людей после аварии, но говорит, в основном там люди, знаете, какие, либо попали в ДТП, то есть в аварию автотранспортную по пьянке, либо были под наркотическим воздействием. И с этими людьми работать очень сложно.
Вот. И этот мужчина оказался из Донецка и сказал, что это был очень цветущий, очень прекрасный город. И он за ним очень скучает. Правда, здесь у него есть дочь, то есть это тоже лишние расходы. Не знаю, есть ли другой ребенок, я не спросила уже. Ну, у нас с мужем детей как бы нет, у нас ребенок наша собака. Вот, слава богу, что не болеет. Фу-фу, по дереву постучим. А, вот так вот, такая ситуация. То есть не всем нравится США. И он мечтал вернуться домой, на родину. Вот сейчас он тоже говорит, что хотел получить документы, гражданство, паспорт. То есть, понимаете? И в то же время он мечтал вернуться домой, но потом началась война. Вот такая вот ситуация, я надеюсь, вам было это интересно. Но, честно говоря, знаете, я столкнулась с депрессией. Рассказала все это своему мужу, пока он возвращался домой, он мне перезвонил, спросил, был ли мастер. Я ему сказала, что ничего здесь не трогал, я просто заплатила $75 за визит. Ну и как бы, знаете, так подчеркнула, что он был какой-то депрессивный, вот этот мастер. Мой муж не обратил даже на это внимания. Я продолжила, ты знаешь, ему так не нравится в США. Он говорит, это его проблема. Вот так вот. Нам пока что в США нравится. Мы находим с мужем общий язык. Как бы муж мне помогает, я ему помогаю и морально, и финансово. А дальше, ну, посмотрим то, что, значит, будем решать проблемы по мере их поступления. Мы пока что всем довольны. Кстати, мастер сказал, что дом у нас небольшой, то есть у нас маленький дом. Я так поняла, что по сравнению с его домом, наверное, у него дом больше. Я тоже не расспрашивала, но опять же, знаете, так, цепляюсь за язык. Поэтому у каждого свои приоритеты. Я просто хотела выложить эту информацию. Каждый свою жизнь устраивает так, как может. Нам пока что все нравится. А дальше посмотрим. Надеюсь, вам было интересно. Всех люблю. Всем пока. Следите за нашими событиями. Пусть у вас все будет хорошо. Оптимизма вам в жизни, исполнения всех желаний, всех надежд. Подписывайтесь на наш семейный канал. С любовью. Увидимся.